Незабаром розпочнуться новорічні та різдвяні свята. Щоб святкування не призвело до трагедії, рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Зокрема, встановлюючи ялинку, потурбуйтеся про те, щоб вона не перекривала шляхи для евакуації людей, а також мала міцну стійку основу. Установить елку устойчиво и чтобы ветки не касались горючих материалов. Естественно, не украшать елку свечами и легко воспламеняющими предметами. В помещении, где стоит елка, не зажигать бенгальские огни, не ставить возле елки отопительные приборы. Также, конечно, не следует ставить елку в проходе или где-то возле эвакуационных выходов. Что касается проведения праздничных елок для детей, первое требование там, где есть больше 50 человек, должно быть два выхода эвакуационных, чтобы были дежурные обязательно, чтобы елки не ставили также в проходах, и самое главное была связь. Рятувальники закликають купляти піротехнічну продукцію лише у спеціально призначених магазинах та за наявності сертифіката на неї. Каждое изделие должно быть с инструкцией на русском или на украинском языке и должно быть указано ограничение в возрасте. Перед покупкой обязательно посмотрите дату изготовления и не повреждена ли упаковка. Запрещается разбирать изделия и какие-то механические воздействия производить. Запуск не разрешается в помещении, на балконе, и отходите от зданий и насаждений хотя бы 50 метров. Надзвичайники рекомендують обмежити використання фейерверків у зимові свята. В нашій країні зараз війна, і багато бояться взрывов, и будет, конечно, не очень хорошо, что полстраны боятся, а полстраны ликуют. Поэтому по мере возможности меньше. У новорічну ніч рятувальники працюватимуть в посиленому режимі, прикладаючи максимум зусиль для комфортного та безпечного святкування. Але людям не слід забувати й про власну обачливість.